Я сразу увидел вот эти ящики. Да. Не знаю, как вы, но я увидел. Так, здесь, видимо, для дробовиков что-то, да? Сейчас возьмем наш визор. Мало ли, может быть, что пропустили. А там что за мини? Что за звуки? Ого. Ничего себе, мы сильные. Круто, круто. Всего лишь человек называется наша новая глава. Наша текущая глава. Что там за звуки какие-то хлюпающие? Так. Так. Нам необходимо перейти на ту сторону. Ага, мы перешли. Отлично. И лучше пока что с визором ходить, а то мало ли всякие твари здесь появятся. Но пока здесь, как видите, вообще ничего нет, кроме вот какой-то пушкенция. Давайте посмотрим, может быть, это и есть. У нашей урон на максимуме. Здесь урон на средний. Где наша пушка? Вот она. У нас Гаусс Сабот, а это Маск. Ну, я по-русски так читаю. С русским Пророк, это акцентом. командование Вино. Мы приняли твое сообщение. Думаю, мы сможем помочь. Сопротивление цефов. А, черт, оглянись вокруг, это же сраный цирк! Командование Вином. Буду краток. Я уничтожу этих цефских 3А. Любая помощь приветствуется. Что за В противном случае не мешайте. Понял, Пророк. Наши СВВТ тебя прикроют, если ты расчистишь центр. Чего? Чего? Если я расчищу центр, а у меня глушитель-то нет, у меня глушителя нету. Хорошо, мы отсюда, наверное, не сможем взломать. Но зато сможем минусовать цефов. Я надеюсь, они лук с первого раза их убьет. Сейчас мы это проверим. Какой урон у лук? Урон средний, да? А, подожди. Вот оно что. Вот это самое мощное, да, я так понял. Не, электро самое мощное. А, вот, наверное, урон повышается, да, смотрите-ка. Давайте вот урон сейчас на максимум, потому что мы на дальней дистанции находимся. Ну, с другой стороны, нужно, наоборот, точность повышать. Ну, ладно, это не важно сейчас. Итак, натягиваем тетиву и... Ох, он гад. Я забыл этот режим врубить своей скрытности. А как вот он меня заметит? Точнее, как это я промахнулся? О, это что, минное поле? Интересно. А это здоровяк или мне кажется? Так, хорошо, давайте вот того минусанем попробуем. Да, смерть убивает с первого раза. Здорово. Что-то никого там не вижу. На В разрядить лук, если что. Сейчас мы его энергию подкопим чуть-чуть и пойдем дальше. Мы будем смотреть отсюда. О, отлично, можно... Нет, нельзя взломать. Ладно, давайте пока отсюда поминусуем. Красным загорелось, значит, мы можем бомбить, я так понимаю, да? Здесь я не... А, вот он, я его вижу, походу. А, подожди, это вообще робот. Давайте лучше вон того. А, что такое? Я думал, бочка взорвется. А, видимо, не долетает, что ли, ничего. Не знаю. Стрел уже становится мало, но... Что нам, копить, что ли? На что нам их копить? Нам надо их использовать, вот я и их использую. Сейчас сразу просто со всеми разберемся, я не пойму, кто там. Вот этот, это шевелящийся робот или что? Ладно, двигающийся. Стрелы, тем более, мы можем все собрать. Сейчас мы просто их вот так вот отметим. И все, круто. Там вот еще один перец у нас. Что это был за звук? Прыгать здесь я, наверное, не буду пока что. Я вот здесь лучше спущусь. Сейчас мы подкопим энергии. Маскировка отключена. Вот это дерево, интересно, упало, как бы начинаем их свалить. Смотрите, они достаточно далеко у нас. Эти ребятушки. Подождите, но я заметил, что у нас вот это вот. Вот это вот, как это назвать? Я забыл даже, как оно называется. Короче, вот этот объект треугольной формы.
Да, контейнер, если его можно так назвать. Вот он... он находится с этой стороны. И как к нему подобраться, я даже не знаю. Давайте посмотрим, может быть, здесь дает, удастся нам спуститься. Да, нас пока не палят. Надеюсь, мы здесь не сдохнем, да, когда... Не, мы здесь не должны сдохнуть. Максимум защиты. Я вообще надеюсь, мы на правильном пути, как бы, да, вроде бы все правильно я выполнил. Все трюки. Добрался до цели, соответственно. Так, здесь надо забраться. У нас это получается. Здорово. Забираем здесь наши стрелы. Как вы видите, вот здесь вот патроны. А у нас что там на единичке стоит? Вот, у нас как раз таки это пушка. Но нам не нужны патроны. У нас их полный боезапас, как нам пишут. Здесь у нас, смотрите-ка, подствольный, что-то непонятное. Или вот отдачу. Отдача уменьшается. Ну, такое оружие ближнего действия, так что отдача здесь, в принципе, не важна. Ну, ладно. А, насчет прокачки. У нас 0 материалов. Так, здесь надо взломать. Опа, подожди. Ух ты. Обалдеть. Прикольно. Ладно, мы пока взломаем. Очень легко. Может быть, там ничего ценного нет, я не знаю. Здесь гранатомет, однако. Однако, здравствуйте. А на гранатомет у нас, напомню, у нас всего один патрон на гранатомет. Да. Так что берем обратно снайперскую. Сейчас будем, здесь ничего нет. Сейчас будем спускаться и долбить их. На самом деле, они очень далеко, как вы видите, все эти цефы. Если это снайперская винтовка, то я так понимаю... Здесь, во-первых, нет альтернативного режима. Во-вторых, она, значит, для дальней дистанции. Прокачать, соответственно, мы ее тоже не можем, но урон дичайший. Скорость низкая. Что написано? Скорострельность, что ли? Так, ладно, нам надо спускаться. Давайте подумаем, как это сделать. Где лучше это сделать, точнее, где удобнее нам. Здесь, я думаю, мы, не знаю, не будем. Пошлите там, обратно. Тем же путем. Спустимся, к которому мы и, собственно, поднимались. Только здесь, наверное, надо будет, я не знаю, включать режим скрытности или нет. Но, смотрите, они нас вообще не замечают. Так, вот там мины, это, я так понимаю, минное поле там было. Ну, насколько я видел. Так, а здесь надо спуститься, наверное. Здесь у нас ничего ценного наш визор не показывает. Конечно, это может быть не так. Но здесь достаточно много всяких ходов, насколько мне кажется. Да, вот если мы пройдем сюда. Здесь тоже он ничего не показывает, поэтому не будем тратить время, идем дальше. Так. Отлично. Бля, я тут запалил. А кто это сделал? Роботы, что ли? Гадские. Гадские роботы. Energy. Здесь у нас Energy есть. Энергия. Чё, нет? Нет боеприпасов? Каких боеприпасов нет? Почему? Прикольно. Кто палит, ёпкарный мамай. А, вот этот, да? Ну, давайте вот так вот сделаем, и все. Ой, гренуть ему, досрань. Ай, прыгай. Так, сейчас мы сделаем вот что. Вот так вот, чпонькс. И все, очень все легко. Теперь это... Раз. Ой, кто идет? Кто это сейчас сделал? Кто это издал, этот звук? Так, там сбор данных, это турель некая. А, мы ее взломали только что. Так, отлично, здесь у нас больше... здесь у нас патроны, которые нам, в принципе, вроде не нужны, нам нужны стрелы. Так, все, мины наши. Их ничего нельзя собрать, как вы помните. И... Пророк, гриф 4 готов. Завис в свободном режиме. Дай сигнал, и я его посажу. Хорошо. Это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Что это было сейчас? Вроде попал, нет?
А, подожди, можно зажать. Нет, или нельзя зажать? Нету перекрестия посреди экрана. Ну, кстати, что-то я прослушал, что он там сказал. Хорошо, батарею цифр отрубить, короче. Сейчас поищем. Все, патронов нет у нас. Может у них какие пушки? А почему у них пульс оружия не падает с них? Не пойму. Либо они не отображаются. Они вообще где эти цефы? Я вот убил, где он? Ладно, не суть, выбрасываем тогда его нафиг. Здесь поднимаемся, соответственно, да. Берем нашу пушкенцию. Что это было? Кто меня... Ой-ой-ой, посмотрите, их тут много достаточно. Что за звуки они дают? Ну, а можно луком по-тихому с ними разобраться. Тем более, круто то, что... Понькс вот так вот. И они как бы даже не понимают, что произошло. Потому что... Потому что я в режиме скрытности. И плюс он меня не палит, этот режим. Не видно, что я... Не видно меня. Если другие оружия... Если я пальну с другой какого-нибудь... оружие в режиме скрытности, то это этот режим невидимки, он как бы, ну, энергия кончится быстро. А с луком все круто. Так, все, стрел у нас нету, ну, практически нету, да. Нам надо сейчас где-то их найти, где-то вот хороший. А подожди, а как это нету? А я что там, я, наверное, пропустил там где-то стрелы это, да. Так, у нас здесь пинч. Есть, отлично, мы забрались. И стрелы, стрелы. О, и даже этот есть. Сбор данных. А, не сбор данных, а этот. F, чтобы прекратить использовать... Нет, нам не нужен пинч. Вот этот... модернизация нано-костюма. А что мне написали? F, чтобы прекратить. И что-то еще мне... H, что-то написали. Ладно. Далее. Куда нам надо? Нам нужно... Блин, это контрольная точка. Я подключился. Артиллерия отключена. Залетай. Понял, пророк. Я в пути. Готовьтесь к разрушениям. Так, как так быстро появился здесь? Бабах. Отключена. Понял. Синий огонь. Двигаемся к следующему триа. Понял. Держу позицию. Жду сигнала. Держи, держи. Так, а я хорошо. Тем временем... Мы их разбудили. Приближается десант. Что такое вообще? Тихо-тихо, подожди, это что сейчас было? Вау, вау, вау. Смотрите, многовато их что-то. Ну все. Если я сейчас патроны с этого оружия все истрачу, будет жопа. А, в смысле, с того, со своего. А это у нас пинч, так что нам пока не жоп. Ну, подождем пока что, чё. Сейчас они придут сюда поближе. Так, нам 500 метров целых. 562 метром. У нас есть выбор. Ну-ка, давайте, чё, попрятались, засранцы? Так, ну ничего, сейчас мы сделаем. До свидания. Ну, yeah. А, вот еще что можно, да? Ну ладно. Так, у тебя тут что, патроны есть? Это кто сделал? Ну, а, хорошее оружие, кстати, да? Но, соответственно, нигде боеприпасов нельзя взять на него. Вот, вот, вот. И все, вот и разобрались со всеми. Да, вот там еще что-то. Сейчас надо посмотреть. О, стрела еще одна. Совсем забыл. Отлично, вот мы и подобрали. Чпоньксу, вот так вот. А, спускаемся вниз и идем. Давайте, я не знаю, налево пойдем. Смотрите, у нас 100 патрон. Значит, я все-таки подобрал. Луч свободы 13% от максимальной расчетной мощности. Че это? Белая дыра распространяется в нашей Солнечной системе и считается не случайно. Клешня какая-то. Гравитационное искажение указывает команду на горизонт. Команду минометчиков атакуют! Нам срочно нужна поддержка! Или нам кранты!
Дополнительная цель. Это что, вот это что ли? Отключить что-то там. Отключить. А где минометчики? Саны. Кто меня стрелял? Мне показалось, там прям... Присутствие ксеноцефа концентрируется в секторе 5-Альфа-7. Всем частям СЭЛ следовать протоколу 18-Зулу-6. Эпицентр — круг Колумба. Внимание. Ну, что ты сделал? Все цели внутри эпицентра помечаются как приоритетные угрозы. Это что было, ёкарный? Ты ошибаешься. Подожди, где пинч? Погоди, погоди. Вот он. Покажи язычок. Ой, а что, меня так завалили быстро? Обалдеть. Я даже не думал. Ну ладно. Ксеноцефа концентрируется в секторе 5-Альфа-7. Всем частям СЭЛ следовать протоколу 18-Зулу-6. Эпицентр — круг Колумба. Внимание! Все цели... А что, мне с ними справиться надо? ...помечаются как приоритетные угрозы. Части СЭЛ? Ха. Ты ошибаешься. Так, что там у нас дальше? Туда. О, вот и все. Вот что значит хорошее оружие. Замечательное оружие, хочу сказать. Ну-ка, бабах. И последний раз. Нет, не последний раз. Еще разочек. Бах. Ну, завались. Не, наверное, гранатомет. Кто меня стреляет? Я не пойму, кто там. А, это какие-то цефы, видимо, да, обычные. Ну, здорово. Подожди, подожди, чё происходит? А чё такое-то? Ну, чё такое-то? У меня оружие, что ли, нет, или чё? А, я пинч взял, или я не пойму, чё. Да и... А чё... Так. Что это сейчас было? Какое-то состояние критическое, непонятно. Так, это что? Во-первых... Нет, мне вот это нужно. И еще что-то здесь. А где пинч? Я ничего не пойму. Какой урон? Да, это оружие. Ладно, пошли. Маскировка отключена. А-а-а! Мины, да? Как же я не увидел их? Да, тут же повсюду мины. Чё-то это самое, как-то я тупанул, видимо. Ну, а чё, нельзя разминировать? Или чё происходит? Ничего не пойму. Чё-то не так. Опять пинч появился. А, вот он, то и он и был. Я его чё-то не увидел. А, это такой же, вон он. Понятно. Это этот здоровяк снова. Что, он меня за дымом, что ли, не видит? Как вы думаете, я по нему попадаю хотя бы? Ну а куда он мне пинч этот? Он вроде таким же долбит по мне, да? Все, истратили. Теперь берем. А почему состояние критическое-то? Защиты. Есть. Вот и минуса нулила. Все. Все шикарно. Почему-то состояние критическое. Вот хрен знает почему. Даже я его выбросил, мою пушкенцу. Где она? Урод, где она? Вот она, наверное, да? Да ёб твою нафиг. Я весь запутался, честно. Это не та, да? Сколько урона? Нет, это не она. Вот моя пушка. Я весь запутался. Во-первых, почему-то эта штука не разминировала. Может, я ее разминировал уже или что? Я не пойму, что происходит. А, вот, все. Не туда направил просто. Все, отлично, идем дальше. Не тормозим на атуре. Далее. Чпоньк. Круто. Дальше. Куда нам? Все заминировано, уроды, цепи, а. Ой, подожди, кто меня увидел? Я вот никого не вижу со своим визором.
Во. Это никак, да, не получится. Так. Ну что ж. Да кто замечает-то? Чуть не... Вот эта штука, что ли, или что? А, вон, наверное, там, наверху. На верхах кто-то сидит, какие-то засранцы. Вот здесь у нас, обращаю внимание, есть гранатометики. Это здорово. Но нам пока это не надо. У нас вон какая пушка есть. Да? Какая крутая. Да кто? Что там происходит? Не пойму. Кто это сделал? Я не знаю даже. Может, это вот эти ловушки? Может, это они меня долбят? Я даже не понимаю немного. Так, ждем. Непонятно чего, кстати. Это взломать нельзя. А, можно. Круто. И это сейчас взломанем вот эту штуку. Мины эти ссаные, да? Все, и начинаем их долбить, наверное. Бамс! Надо было патрончики подэкономить. Вот что это? Вот это она меня долбит или что? Уроды, блин. Все, берем наш ствол, вот этот. Ствол, многоствол, да? И погнали. Так. Ну что, цефы, выходите. Мрази. Отлично. Это теперь наша точка. Понятно? Вот так-то. Все. Вон там какой-то козел сидит. Блин, что я сделал? Б, Ф. Чпоньк. Взлом. Отлично, это мы не сможем, да, достать? Да, хорошо, хорошо. Вот тут какая-то еще хрень непонятная. Пометим. Обязательно пометим. А, вот он. Ой, 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 ой. Что это? Что это? Что это? Тихо, тихо, тихо. Что происходит? Что такое? Почему я не смог за ящиком спрятаться? Вы это видели вообще? Бред какой-то. Что это было, кстати? Обалдеть, как капец вообще. Что это, кстати? Это что-то непонятное. А, это какая-то турель. А ее взломать не... А, ее взломать можно. Ну, тут что? Без вопросов, что? Только бы успеть, чтобы она нас не заметила. Есть, она нас не заметила. Или заметила. Что происходит? Вонючка какая, а? Посмотри-ка. Так, Б, турель. Оп, 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 все. Ой, они друг друга месят, да? Да, моя сделала. Моя турель круче. Так, Б, убери свой этот визор. Гранаты я что-то не использую, да? Здесь вот пушки разные. Так, дальше что, что, что? Ну, пока все, да, внутри. Вот, ну, погнали дальше. Куда, кстати? 130 метров. Туда. Контрольная точка. Значит, здесь враги есть где-то. Ё, сколько много-то еще. Ну, зато вот тут один близко, я смотрю. Можно его, наверное, так минусануть. Там батарея цефов какая-то, да? Я имею в виду сзади. Ближний бой использовать. А, так. Угу. Надеюсь, если я подойду близко, он меня не заметит. Пожалуйста, развернись. Блин. Чё, он меня увидел, что ли? Ну, гад, не до конца он развернулся просто. Ладно, ждем. Камешек бы кинуть его, отвлечь. Да? Ну, стрелу неохота. А, стоп, стрела, стрела. Чё толку-то? А мы же её сможем собрать, правильно? Так что чё, давайте бомбанем. Вот так вот. Бульк. Всё. Бульк. И ты тоже, гад. Блин, мне энергии мало. Вообще нет энергии. Так, кто-то тут приперся. А что это у нас? Патрон мало. Я вроде ни в кого не стрелял. Ну-ка, подходи.
замесили гадов. Очень быстро патроны уходят, как вы замечаете, очень. Так что, думаю, со временем можно эту пушкин выкинуть. Нахрен, что это? Это пинч. Обычный пинч, ничего нового. Это кто-то пришел, голубчик какой-то. Здесь у нас пусто. У нас здесь есть батареи. Тут эта штука в меня долбит, я не пойму, что. Или это они? А, подожди, так мы можем им вот так вот запустить. У нас гранат-то много. Нет, мимо что ли? Или что, не пойму. Ну... Ну как, нормально? Или им пофиг вообще? Я даже их не вижу, честно. А, подожди, это какие-то эти... Роботы, типа роботов, да? Бам-бам-бам, Сейчас энергия подкопится. О, минусанул его, видите? Круто. Да, это этот огненный какой-то хрен. Так, берем наши стволы. Привычные нам, да? Здесь, блин, ну что за говно они мне дают? Ладно, берем вот эту. А чё она заканчивается так быстро? А тут вообще патрон нет. Это, наверное, дробовик какой-то. Да, скорее всего. Или нет? Да, это, наверное, не знаю, сейчас глянем. Ой, подожди. Турелечка. Раз. Есть, успел. А то что-то я перенажимал немного. Да, это какая-то... Кто меня опять спалил? Ладно. Подожди, она на нашей стороне, да? Ну, значит, все отлично. Так, вот там патроны. Нам на эту сторону, да? Так, здесь у нас минное поле. Которое мы обязаны обезвредить. Для того, чтобы пройти и собрать наши трофеи, да? Да. Так, да. Ой, а вот там, смотрите-ка, еще этот есть. Вот эти модули всякие. Для нанокостюма. Всякие боеприпасы. Здесь подствол какой-то. А, не хочу ничего менять. Чё? Ух ты, ё, ничего, тут нормально. Это что-то, как это открыть, вот этот подствол? Это что такое, значит? Это у нас вообще все убирает. Так, это глушак. Это пламегаситель. Он увеличивает. Ни хрена он не увеличивает. Да? Вот это что значит? Расширенный боезапас. Угу, да. Здоровски. Там, наверное, тоже патроны были. Ну, вот там, я имею в виду, где лежало это оружие, но я их не взял. Так, перезаряжаться нам не требуется, вот этого нам не нужно, это тоже нам не нужно, я не хочу. Он слишком быстро расходуется у нас патрон. А здесь что у нас выпало? Что это такое? А, это гранатомет, да, я так понимаю? Да, это наш вот этот гранатомет. Я его знаю, но мне... Так, стоп, я не понял. Я так и знал, что я что-то не то выкинул. А, нет, это просто оружие, похоже. Я думал, я снайперскую свою выкинул, поменял на эту. Здесь у нас ничего собрать нельзя, а, соответственно, идем дальше. Дальше мы идем, чпонь. Вот так вот делаем мы. И оружие достаточно мощное, мне нравится. Перезарядка быстрая, не знаю, что они говорят. Урон у нее вроде нормальный. А это что такое? Добавляет какой-то... А, это, наверное, одиночный режим стрельбы. Так. Вот это крутая штука. Урон не то самое. Патроны меньше, правда. Но зато мобильность и отдача все в лучшую сторону. Лишь в лучшую сторону по модулям. Все, дальше. Куда нам дальше? Нам вниз, я так понимаю. Больше другого способа я не вижу туда забраться. Он наверняка есть. Да, ну ладно. Берем броню и прыгаем вниз. Энергии нет, но зато не знаю за что.